русского языка нет. Собственно, в русском языке ведь очень мало русских слов. Солдат, революция, радио, телевизор. Это ведь не русские слова. Вот матершина, хамство всякое, кстати, хам — это тоже не русское слово. Но хамство — явление типично русское. Кого-чего, вот это по-русски. Далее. Кто такие русские и откуда они взялись? Непонятно. Ведь были татары, были варяги, мордва, черемисы, и получился компот, коктейль. Кстати, компот и коктейль тоже не русские слова. Нет, что вы хотите, если русский народ придумывает героям своих сказок Ивана Дурака? Нет, вы представьте, целый народ придумывает герои Дурака! А музыка? Итальянская народная песня. Барыня, барыня, сударыня, барыня, 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 сударыня, барыня. Это же тупость! Тупость? Нет, а вы говорите русский язык. Нет, у нас не ценят талант, у нас ничего не ценят, нет культуры. Вся моя надежда — это